Всем привет, да, Тяха. Сегодня я хочу попробовать новый формат видео, поэкспериментировать в формате карточек, то есть проверка знаний иероглифов. Для меня это тоже будет повторение. В этом видео будет 10 иероглифов. Сначала будет иероглиф, время, чтобы подумать для себя, что это за иероглиф, что за слово, и потом будет правильный ответ. И дальше я буду приводить какие-то примеры. Давайте начнем. На каждое слово по 5 секунд. Так, это слово кафе, кофе. Пример. Вояо х ибэ кафе. На, вояо мэйго. May go cafe. Как-то так. Американо. Хорошо, следующее слово. Это слово дангао. Дангао. Пирожное. Из примера. Нани сибуси хуанч дангао. Тебе нравится есть пирожное? Торт, пирожное. Следующее слово. Это слово денао. Денао. Компьютер. Можете оставлять видео на паузу, если вам нужно больше времени подумать. Пример. Минен. Минен. Ояо чумай син денао. В следующем году я хочу купить новый компьютер. Следующее слово. Это слово шоуди, мобильный телефон. Шоуди, именно мобильный. Не просто телефон, а мобильный, потому что идет как электронная рука. Опять же, если к примеру, какой-то номер телефона, то там будет слово денхуа. Нида денхуа хаомаши доша. То есть твой телефонный номер. Какой? Здесь шоудзи. К примеру, мэйга ваншан во сихуан ван шоудзи. То есть каждый вечер мне нравится лазить в телефоне. Следующее слово. Это слово деньин, деньин, фильм, кино. На шанга, шанга синси ничу кан шма деньин. Шанга синси ничу кан шма деньин. На прошлой неделе какой фильм ты смотрел на прошлой неделе? Следующее слово. Это слово нюнай, нюнай, молоко. Пример. Мэйтиан заушан хы нюнай хуй гэйни дэшэн ти цзуйхао. К примеру, каждое утро пить молоко даст твоему телу больше здоровья. Следующее слово. Это слово пя, пя, билет. Как, к примеру, хоче пя, фэйдзи пя, гуанзяо пя, то есть автобус, самолет. Все это будет пя, билет. Следующее слово. Это слово шоу-бяо. Шоу-бяо. Опять же, шоу-бяо. Наручные часы, как и шоу-дзи. То есть используется иероглиф шоу, рука. Это именно наручные часы. Также часы можно сказать ден. Лян ден. Также будет 2 часа.
но именно Шаобяо это наручные часы. А, Нио Хэн Пяо Лянда Шаобяо. У тебя очень красивые часы. Следующее слово. Это слово when-ti. When-ti. Вопрос. Также, если вы скажете мы when-ti, это без проблем. Нет вопросов. Ну и пример. Уя when-ni и се when-ti. Уя when-ni и се when-ti. Я хочу спросить у тебя несколько вопросов. И последнее слово. Это слово сигуа. Сигуа. Арбуз. Пример. Цзинтян вомен чила хэн дада хэн хауда сигуа. Хэн тянда сигуа. Сегодня мы ели очень большой, очень вкусный арбуз. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, если вам понравилось видео такого формата. Я буду делать еще. В первую очередь, это для того, чтобы запомнить слова, запомнить иероглифы и проверять себя. Увидимся в следующих видео.